Останавливают поголовно и просят быть внимательнее. Предупреждают, дети, заигравшись, могут выбежать на проезжую часть. Березняковские госавтоинспекторы переходят на усиленную службу в дни весенних каникул. Это связано с тем, что количество ДТП с детьми резко возрастает, когда школьники предоставлены сами себе. Дорожные инспекторы будут дежурить у пешеходных переходов в районе школ, детских садов и больниц. Во время проведения весенних каникул на дороге могут появиться дети. И управляя автомобилем, водителю необходимо быть предельно внимательным, так как ребенок может появиться на дороге, перебегать дорогу в неположенном месте. И необходимо следить за данной ситуацией.